Высочайшая горная система Земли украсила стену жилого дома в Магадане. Максим Литвинов изобразил Гималаи на здании по улице Якутской. Художник занимается росписью стен больше 20 лет, поэтому идея оформить фасад принадлежит самому Максиму. Однако реализовали ее большой командой, придумали все тонкости работы, составили смету, оформили заявку на грант. У нас участвовала большая команда, то есть рисовал на стене я один, но писали грант мы вместе с Федерацией брейк-данса, с Константином Морозовым, его жена, она у нас бухгалтер, также нам помогал мэр Дришан Юрий Федорович из организации, также ресурсный центр нам помогал писать грант. Вот, идею, то, что можно участвовать в гранте, подали из правительства Яна Юрьевна. Работа заняла неделю. Максим Литвинов проводил около 10 часов в день на стене. Эта работа волонтерская. В гранте не закладывались деньги под гонорар художнику. Однако оно того стоило, рассказывает автор. Во время росписи к нему подходили магаданцы и благодарили за труд. Максим Литвинов планирует не останавливаться на достигнутом и оформить еще несколько фасадов города.